он держал ребенка у себя около 3 недель. Случай не первый. В общем, собирайся, завтра поедешь в командировку. Куда? В Хрустальный. Это шутка такая? Родной город. 2 брата. 1 дело. Тело здесь нашли? Да, здесь. Клеймо на правой лопатке в виде цветка с 3 лепестками. Он не стыдится. Он упивается тем, что делает. С ним такое сделаю. Как с тобой. Я всем расскажу. Пусть их накажут, пусть в тюрьму посадят. Ты никогда никому об этом не скажешь. Мы просто чужие всегда так было. Ты мне жизнь приехал испортить. Ты меня можешь заложить! Пропадет ребенок. Сегодня. С этим ты готов жить? Здесь. Он сейчас за нами наблюдает. У нас у каждого в голове 2. Один правильный, другой настоящий. Один на работу ходит, детей в школу, телек по вечерам. А другой весь этот цирк ненавидит. Убить хочет, трахнуть и разорвать. Эти 2 постоянно спорят. Это, блядь, с ума сводит. Ну и как его взять? Нужно хотеть того же, что и он. Ты либо со мной, либо сядешь. Братик.